Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня на 7-й международной выставке «Эко-город-экспо» я хочу представить нашу компанию, которая производит торговую марку «Молекула». «Молекула» – это новая торговая марка для российского рынка. Это бытовые средства нового поколения, где все формулы средств для стирки, уборки и мойки посуды имеют экологические стандарты. Все отдушки, все красители у нас имеют пищевое значение. Мы не содержим агрессивных консервантов. Мы используем воду двойной, а то тройной очистки и создали группу продуктов, которые входят в арсенал любой домохозяйки, молодой мамы, в семье, где много детей, там домашние животные. И наши средства отлично справляются со своими задачами в стирке, в уборке и уходе за домом. При создании своей марки «Молекула» мы поставили нашим технологам три важные задачи, чтобы они нам сделали все формулы продуктов в соответствии с требованием экологии, чтобы они были действительно достойными представителями зеленой химии, чтобы они отвечали высоким потребительским свойствам, отлично стирали, мыли, убирали и были комфортны по цене, потому что мы очень четко понимаем, что экологичными продуктами хотят пользоваться и те люди, которые получают зарплаты в бюджетных сферах, и им невозможно купить импортные аналоги. Особого внимания в нашем ассортименте заслуживает детская линейка «Молекулы», потому что, слава богу, у нас сейчас в России происходит бэби-бум, у нас рождается все больше и больше ребятишек, но здоровье нашей нации, к сожалению, желает быть лучшим. И поэтому мы с самого начала жизни экологизируем молодые семьи, мы проводим образовательные семинары, и все наши продукты ориентированы на будущих родителей и на семьи с маленькими детьми для того, чтобы удовлетворить потребности в уходе. Это средства для мытья посуды, это стирка белья и также уборка дома.